Всем привет-привет! Съездили мы с Маковкой в магазин в Полушку и немножко сделали закупку продуктов. Так, купила яйца, второй сорт, всего за 20 рублей. Добавлять в тесто, да, за 20 рублей недорого. Так стоили 45. Так, дальше. Что у нас в пакетике? Взяли одну тушку курицы Акашево. Курица довольно-таки большая. Килограмм стоил 100 рублей. 99,90. Дальше что у нас в пакете? Здесь у меня помидорки. Я буду делать сегодня пиццу. Тесто уже у меня поставлено. Купила немножечко помидорок для пиццы. Так. Колбаску взяла для пиццы. Докторскую. Взяла полпалочки. Если что останется, то будем просто бутербродики кушать. Дальше взяла вот такой кусочек сыра. Это у нас российский. Тот, который у меня в холодильнике немножко состарился, я его отправлю в пиццу. А эту будем просто на бутерброды кушать. По 370 рублей килограмм сегодня. Дальше у меня бананчики. Бананчики по 75 рублей. Здесь, конечно, дороговато. Я поэтому взяла всего 4 штучки. Я сейчас и маковки тоже разминаю вилочкой, даю по чуть-чуть, да? Поэтому бананчики должны быть дома. Так как это вкусно, сытно, да? И всегда, чтобы были. А дальше у меня вот такие йогурты. Это первый вкус живой йогурт персик манго. Он был по скидке по 16 рублей. Он был только один со скидочкой. Остальные были все по 24 рубля. Дальше вот такие вот два йогурта взяла. Злаки, живые бактерии, растительные волокна. Мюсли, кисломолочный био-йогурт. Он шел по скидке по 28 рублей. Так, потом по чеку проверим, тоже по 28 ли. Вот, взяла его две штучки. Еще один йогурт от первого вкуса взяла, натурель. Это у меня клубника личи. Ни разу такой не пробовала. Думаю, вкусненький будет. Мы обычно с мужем любим вечером попить йогурта, да, и лечь спать. И как-то хорошо себя чувствуешь. Полезно, поэтому взяла йогурты. И последнее, что у меня в покупке, это два томатных соуса. Вот такие вот острые, элита. Моя любовь-любовь к этим соусам. Они очень вкусные, такие натуральные. Состав очень-очень хороший. Сейчас покажу состав. Состав хороший. Вот, он без всяких химоз. Очень нравится. Поэтому, если со скидкой, беру сразу побольше. С пельменями, со всем остальным он хорошо идет. Показываю чек, кому интересно. Покупочка у меня вышла на 726 рублей. Тут у меня уже вовсю поднялось тесто. Сейчас буду формировать пиццу. Буду использовать помидорки, сыр, колбаску, соус. Да? У меня будет это паста. И лучок еще нарежу. Сейчас буду формировать пиццу и отправлять уже в духовочку. Тут у меня уже вовсю варится бульон. Я уже пенку снимала. Сейчас повторно буду снимать. Здесь большая говяжья косточка и еще куриный хребет. Поставила в большую кастрюлю, так как кость большая, бульона будет много. Буду готовить щи на обед. Сегодня у меня должна прийти подружка. Еще одна после обеда. Поэтому, раз у нас, так сказать, гости, да, я решила испечь пиццу. Так, пиццу я сформировала. Снизу у меня идет вот эта вот паста пастерони. Сверху потом идет немножечко лучка, колбаска, да. В этой половине у меня с помидоркой, в этой половинке с болгарским перцем, сыр и совсем немножко майонеза сверху. Можно его было не добавлять, но у меня остатки я вот выжала и добавила. Так что такая вот пицца у нас отправляется с вами в духовочку. Потом покажу, что получится. Ну что, девочки, пицца моя готова. Вот такая она румяненькая, вкусненькая получилась.
Потом я еще сверху укропчиком посыплю, чтобы еще более аппетитнее было выглядело. Тесто нежное такое. Кстати, тесто я делала самое обычное. Вода, подсолнечное масло, соль, сахар и мука. Все, больше ничего не добавляла. Такое экономное тесто для пиццы. Вот, сыр расплавился. Думаю, что вкусненько. Тут у меня варится щи со свежей капустой. Кстати, я не делала зажарку, да, это вот весь жирок, который вы видите сверху, да, весь бульончик такой, это все у меня вышло из кости. Я зажарки не люблю делать, делаю прям вот, чтобы без зажарок у меня суп был. Так намного полезней. Будем кушать сегодня свежие щи. Так, давайте я с вами пооткровенничаю немножко, да. Фух, поболтаем немножко, так сказать, хотя бы немножко времени уделю болтовне. Вот сегодня, вчера, да, у меня какие-то, знаете, такие дни, что у меня вообще не остается на себя времени, совсем не остается. То ребенок, то готовка, то магазин, и прямо, знаете, прямо до такой степени катастрофа, да. Сегодня у меня должна прийти вторая подружка, а у меня даже волосы были не помыты, и у меня нету времени, чтобы помыть волосы. Наверное, мамочки меня поймут. Ребенок плачет, тут суп варится, там пицца печется, и вот так вот все по кругу. Смотрите, убежала. Все по кругу. И вообще времени не остается, я не знаю, хоть сиди и плачь, просто-напросто сядь и плачь. Вот, наконец-таки, я помыла волосы, неужто это случилось, да, это быстро-быстро, за буквально, наверное, 5 минут. Потом, сегодня еще мне надо будет, или завтра, я думаю, уже сажать мне остатки перцев, петуния меня ждет, земля уже растаяла, да, я ее занесла. Я как выжатый лимон. Выжатый лимон, потому что еще и ночи у нас такие, да, ведь ненормальные, потому что раза 4 за ночь мы просыпаемся. И эти все 4 раза надо брать на ручки, кормить, и чтоб она засыпала. Вот так вот. Ну, мы никогда спокойно не спали, я бы не сказала, да? Ой, прячется, 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 мое солнышко. Да? Ты чё? Коляски лежит, плачет. Здесь с игрушками лежит, плачет. У мамы на ручках только не плачет. У мамы на ручках хорошо? Вчера Эльза приходила, да, тетя Эльза. Как тетя Эльза увидела, как плакать начала. Сразу мама уже узнает, уже другим тетям не идет. Другим тетям не идет, мама узнает. Мама узнает, да, моя маковка? Да, скажи, я свою маму знаю. Вот такие, девчонки, пироги. Съездили мы сегодня в магазин. Приготовила я и щи, и пиццу. Вот, помыла, наконец-то, голову. Поделилась с вами тем, что есть. Что я выжатый лимон. А ты, маковка, какой лимон? Сочный лимон? Ты самый-самый сочный лимон. Ты самая вкусная девчонка. Кусик. Макусик. Привет, зайка. Сладкая коровка достает. Смотри, в глаз ее не запихни. Другую надо? На, держи. На, держи. Сейчас к нам тетя Ирина придет. Да, тетя Ирина придет сейчас к нам. Посмотрим, как от нее ты плакать будешь. Будешь ли плакать? Мы одели новый бодик, да? Бодик называется. И ждем, скажи. Да. Дома тепло. Тепло. Плачем. Каприска. Каприска. Пих. Пух. Пах. Каприска. Каприска. Тебе скоро 5 месяцев. Осталось совсем чуть-чуть до 5 месяцев, коза. Совсем чуть-чуть осталось. Ты уже большая. Большая-пребольшая. Тебе уже 5 месяцев. Давай покажи, как ты нам разворачиваешься. Показывай. Показывай, мы смотрим. Показывай.
Не хочешь, да? К нам приходила тетя Ирина, да? Но мы не засняли ничего, совсем не засняли. Забыли, забыли. Как мы ножки поднимаем. Покажу подарочки, которые нам тетя Ирина принесла. Вот такую погремушку. Клубничку сейчас помоем. И будешь играть с новой погремушкой. Новую кофточку давай покажем. Малыш. Вот такая вот кофточка. Но это, мне кажется, когда ей будет 6 месяцев, уже можно будет носить. Такой вот перед со стразиком. Такая красивая кофточка. Будем носить с удовольствием. И принесли нам еще вот такие штанишки. Смотрите, она в чем лежит. И посмотрите на эти штанишки. Они, мне кажется, вот как раз сейчас ей. Прям как раз и до 6 месяцев, я думаю, будут. Такие вот симпатичные штанишки. Брюки ясельные. Такие вот мимимишные брючки. Вот, Ирине большое спасибо, скажи, да, тетя Ирина? Новая погремушка, да, новая. Хотя цвет такой же. Смотрите. Желтый с синим здесь тоже, но здесь есть красный. Ну, смотри, новую погремушку. На, подержи. Хватайся за клубничку. Хватайся за клубничку. Непривычно, да, еще, скажи. Другая погремушка, как за нее хвататься? Да, я же не знаю, скажи. Вот, хорошо сегодня провели время. Да, хорошо провели время, коза. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, и мы обязательно с вами скоро увидимся. Всех люблю, пока-пока-пока. Штанишки нам прям как раз, смотрите. Ну, еще можно месяцок поносить, и уже потом будут маленькие. Может, 2 месяца, скажи. Не знаю, скажи. Да.